Сегодня мы посмотрим с вами Интерконтиненталь. Это самый старый, один из старых отелей Ташкента премиум класса. Вот такая вот здесь территория прилегает к отелю. Национальный банк. В принципе, сам он не нуждается в оценках, наверное, он остался таким, как его описывает в отзывах. Ну, посмотрим, что там внутри. Я вам все покажу. Вот я зашел внутрь отеля, в лобби. Такой вот отельчик. Прохладно. Здравствуйте. Понравилось. Здрасте. Здравствуйте. Ахмат. Ахмат, очень приятно. Мы с вами сейчас. Секундочку. Да ничего страшного, я тем более попозже должен был прийти. Мне ничего страшного. Просто я освободился пораньше, но мы зайдем. Я только рад. Идем. На какой этаж? Шестой. На шестой этаж. Там что находится? Стандартный номер. Стандартный номер. Хорошо, посмотрим. Стандартный двухместный номер. Очень уютно. Главное, не от нас слышится, а от тех, кто там селится. Потому что главное, чтобы они селились. Так, это у нас улучшенный стандарт в таком плане. В полутонах. Приятная атмосфера. Работает отлично. Так, и здесь у нас чай, кофе, да? Все входит в стоимость. Да. Просто вы записываете, нет, я поэтому. Не, я записываю. А этот, а сейф какой у нас? Сейф, давайте покажем. Да, можно посмотреть. Бар? Здесь мини-бар, да? Да. Он заполненный? Нет, сейчас данный момент. Ну я, да, да, когда при загрузке. Да, его, конечно, заполняет. Так, сейчас скажу, в этой комнате. Наверное, здесь. Отлично. Ну все, здесь в любом случае безопасно. Лазильная доска в каждом номере. Угу. Тоже как удобство. Ну да, да. То есть во всех номерах имеется наличие. Отлично. Автоматически зажигается. Да. Так. Здесь во всех номерах твин такой, да, такая ванна. Или как? Или все. Ванная комната начинается с категории улучшенный твин. Uh-huh. То есть стандартный номер и улучшенный, uh-huh. Нет, не улучшенный дабл, стандарт дабл, они с душевой кабиной. Uh-huh. Да, просторно, 40 квадратов, да? Да, 40 квадратов. Отлично, опять же в полутонах все. Это вид на озеро, да, у нас на заднюю сторону? Да. Ну что, сейчас я взгляну. Ну. Да, вид на озеро очень, да, повезет кому, кто вообще будет смотреть на озеро. В этом младшем люксе 72 метра. А вы дальше прошли туда? Нет, сейчас я хочу пройти, да, и посмотреть. Да, здесь, конечно, вид. К сожалению, камера не показывает, как здесь видно хорошо. Так, младший люкс. Смотрите. Получается вице-президентский. Вице-президентский, да. Довольно-таки просторный. А квадратура какая? 143 квадратных метра. Можно в футбол играть уже. Так, сейчас я пойду посмотрю, что здесь. Вот вам. Какой номер? Президентский. Президентский люкс он называется? Да, президентский люкс. А сколько квадратура? 244 квадратных метра. Ребята, это почти полфутбольного поля. Здесь можно
Из самых, самых известных людей, кто здесь останавливался? Именно в этом? Например? Да, именно в этом. Насколько я знаю, как мне сказали, не знаю, насколько это правда, если я в то время не работал, считаю, что Владимир Путин тоже приезжал, но он здесь фактически не прожил, то есть он взял номер, там буквально несколько минут что-то произошло, и все. Ну, ясно. Я знаю, что в этом отеле проживал Абитмур Магомедов. Это чемпион. Чемпион для себя, да. Ну, затруднее сейчас видеть, проживал ли он именно президентского номера. Я понял. Я точно не помню, но он здесь остановился. Получается, ресторан, конференц-зал, Доум на 10 этаже. Здесь великолепный вид с 10 этажа. Гостиница Интерконтиненталь. На Ташкент. А когда заработает аквапарк, не в курсе? В мае? Нет, да. Это так. Здесь мы в рандеву баре. Оцените обстановку. Как все здесь спокойно, уютно. Это наш старейший Интерконтиненталь. Ахмат, большое спасибо за обзор на экскурсию. Очень приятно было. Хороший отель. И надеюсь, мы с вами будем работать. Ну все, заканчиваем. Понравилось, уходить не хочется отсюда. Ну что, обзорку закончил я. В принципе, интересный отель. Правда, он один из старейших. Но после реновации 2017 года достаточно обновился. Мне лично понравилось. Ну а там уже решение за нашими туристами. И все. Давайте до следующего отеля.